Сезон работы городских фонтанов традиционно начинается 1 мая и заканчивается в сентябре. Но этим летом фонтаны почти всегда выключены. В департаменте городского хозяйства нам рассказали о причинах. Тот фонтан, который за зданием администрации по проспекту Мира, достаточно старый. И в этом году при эксплуатации выявилась проблема. Сломались насосы. Сломались таким образом, что при обследовании было выявлено, что их нужно только менять. Поэтому фонтан в этом году не работает. В настоящий момент заключен муниципальный контракт с УК «Энергия» на замену насосов. В департаменте городского хозяйства сообщили, что фонтан в старом районе заработает 6 сентября, но полностью проблемы с его поломками решит только его замена. Фонтан установили более 30 лет назад, и срок его службы уже почти вышел. Поэтому при реконструкции аллеи его полностью обновят. Вот, правда, сроки пока неизвестны. Фонтан на проспекте Музрукова новый, поэтому, чтобы он начал работать в полную силу, его достаточно только почистить. Включить его планируют уже в ближайшую субботу. Сейчас как раз в фонтане Музрукова происходит чистка и мойка чаши. И к субботе он заработает в обычном штатном режиме. Как отмечают специалисты коммунальных служб, причин засорения фонтана несколько. Первое – это халатное отношение горожан, которые во время прогулок выбрасывают в чашу различный мусор. В фонтан поступает обычная вода из-под крана, поэтому второй причиной стало ее цветение. В следующем году специалисты департамента городского хозяйства проведут полное обследование нового фонтана. По итогам работы комиссии будет ясно, нужно ли делать капитальный ремонт и в какую сумму может вылиться. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.